прошло и года, и у нас новинка в нашем семействе Audi, новый Audi A3. Не отрицай, что он эффектный. Вот девиз нового Audi A3. Создатели автомобиля стремились к совершенству, техническому и эстетическому. Автомобиль получил новый дизайн. Внутри салон полностью изменился. Появился сенсорный монитор. Новая оптика у автомобиля. Полностью светодиодная. И поменялась... Решетка радиатора, да, сингл-фрейм у нас идет, и с сотами она, это новый дизайн. Теперь здесь стоит 8-ступенчатый автомат. Получил виртуальную приборную панель. Вместо спидометра теперь большой экран у нас идет. В нашем телевизионном тест-драйве приняли участие автолюбители разного возраста и профессий. И вот мнения, которые удалось собрать. Девочки смотрят в основном только на внешний вид. Мне очень понравилась внутренняя отделка, полностью поменялась, панели. Я как... Не странно, хоть и девочка, но я в первую очередь смотрю именно на технические характеристики машины. Подвеску как-то доработали, она стала более плавно проходить неровности. Комфортный для семей с детьми, для мам с детьми, очень вместительный багажник. Топовые самые цвета, которые в тренде в этом лето, в этом сезоне. Очень изменился передняя часть, изменилась у автомобиля, очень смотрится эффектно. Автомобиль имеет камеру заднего вида, уже в линии Advance. И это очень удобно для девушек, особенно, я считаю. Я пользуюсь всеми техническими новинками, которые есть, я как бы в тренде. Здесь подключается и телефон, музыка, все можно делать через руль. Мне очень понравилось, это очень удобная машина. Двигатель 1.4, 150 лошадиных сил на 8-ступенчатом автомате. И беспроводная зарядка для телефонов с 4 USB во всех местах салона в пользовании очень актуальна. Машина достаточно тихая. Я получила истинное удовольствие, находясь за рулем Audi.